Уважаемые жители Ленева, разрешите в преддверии наступающего Нового года подвести на маленький краткий итог нашей работы, моей работы за полугодие, ну и поздравления, конечно, с Новым годом. Кое-что у нас получилось, там плохо или хорошо, мы такие, на мой взгляд, знаковые сделали мероприятия, такие как отремонтировали мост, посадили деревья. Эти программы у нас будут, безусловно, ежегодно продолжаться. У нас есть хорошие договоренности с предприятиями, с нашими. Поэтому будем стараться, как и в этом году, и в последующих годах развивать наш поселок. Ну и, естественно, спасибо вам большое за обратную связь, что вы как-то реагируете на это все, предлагаете что-то. Нам очень важно, что вы на связи с нами. И мы будем всегда учитывать ваше мнение. Ну а Новый год впереди, и хотелось бы пожелать вам самое главное здоровья, конечно, поменьше у нас пандемий разного рода, здоровья вашим близким, ну и, наверное, всех благ в новом году, поэтому с наступающим, всего хорошего. Дорогие ленёвцы, от имени Совета депутатов рабочего поселка Ленёво поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть уходящий год запомнится вам добрыми, светлыми, радостными моментами. Пусть Новый год принесет любовь и взаимопонимание, удачу и благополучие. Будьте здоровы и счастливы. С Новым годом!